Недавно, играя в Хойку, я нашел мод на альтернативный исход Первой мировой войны. Тут вообще все по-другому, потому что страны пошли по другому пути, отличному от реальности. К примеру, Советы не стали захватывать Кавказ и Украину, Германия капнула чуть позже, из-за того потерял САР, а Турция не стала противостоять Антанте и осталась изолированной от мира. Да и вообще в этом моде практически нет границ, к которым мы привыкли в ванильной Хойке. Поэтому если вам надоели однообразные моды, то советую поиграть именно в него. Но мод называется Führer Reich Legacy of the Great Far. У нас у вас лайки, подписка, а также можете подписаться на мой ТГ в шапке профиля, но теперь вы знаете что.